На Multido Challenge всегда будет жарко. Куча еды, веселья и смеха. Оставайтесь с нами, чтобы точно ничего не пропустить. Хорошее настроение вам обеспечено. Смотри, я языком могу... Ай, хватит. Лучше ешь скорее. Ого, мармеладный мишка. Да я с ним за один бросок разберусь. Смотрите. Я же говорил, вот это я крутой. Ой, ты чего, совсем страх потерял? Прости, пожалуйста, я не заметил. Смотри, у Беллы появились мишки. Ух ты, их тут целых 10. Кажется, я знаю, что я буду с ними делать. Думаю, мне не помешает новенький красивый маникюр. Странно, их же есть надо, а не на пальцы клеить. Да уж, зачем так переводить продукт? Вы ничего не понимаете. Смотрите, как красиво. Ну вот теперь и съесть можно. Вкуснотища. Ну, наверное, это круто. Ну, наконец-то моя очередь. Как много мармеладных мишек. Это огромное ведро мое. Знаете, что я с ними сделаю? Я превращу их в коктейль. Эмма, ты сходишь с ума! Она сейчас тут все спалит. Совсем скоро у меня будет огромное и очень вкусное желе. А вы просто мне завидуете. Смотрите, да это же настоящий мармеладный кулич. Что может быть круче? Ого, выглядит и правда очень аппетитно. Так и хочется поскорее его слопать. Что ж такое-то? Давай, Эмма, кусай. Ой, видимо, он настолько вкусный, что даже с ног сбивает. Остин, не спи. Да, давай, просыпайся. Вот это да. Кола. Ментос. Кажется, самое время для одного эксперимента. О, нет. Ай, больно. Ой, эксперименты Беллы ни к чему хорошему не приведут. Просто вы завидуете тому, что я могу их провернуть? У вас же мозгов не хватит. Мне нужно проверить одну интересную теорию. Ну что, мозговитая ты наша, а где итог? Видимо, одного ментоса мало. Зато вкусно. Вот это да! У меня колы больше и ментосы тоже. Получается, что у меня есть все шансы провернуть эксперимент Беллы. Надеюсь, он получится. Странно. Может, нам сегодня попались бракованные конфетки? Или кола не настоящая? Где фонтан? Что происходит? Зачем я вообще провел этот опыт? Лучше бы просто выпил колу и съел ментос. Это было смешно. Надо же, дорожка из конфеток. Интересно, а куда она ведет? Куда это она собралась? Куда же приведет меня эта сладкая тропа? Надеюсь, там будет что-то вкусное. Нет, не может быть. Наверное, мне кажется. Выпустите меня! Ого! А как это у нее получилось? Ай! Это еще что такое? Ого! Смотрите, да это же целая ванна колы! Вы когда-нибудь такое видели? Но если смешать так много колы с ментосом, то будет что-то... Что-то ужасное. Или что-то очень веселое. Ой, она поднимается. Она нас затопит. Эмма, ну мы же говорили. А, нет, все нормально. Это просто пена, которой я могу вас обрызгать. Получайте, вот так. Вот так вам. Купаться в поле, это так забавно. Почему у меня всего один бургер?
Потому что остальные у меня. Вкуснотища. Вот еще. На самом деле все бургеры у меня. Посмотрите, насколько их много. Но первый ест тот, кому меньше всех повезло. То есть Эмма. Начинай. Да, получается, это Эмма. Получается, это Эмма. Может, у меня бургер всего один, но я точно знаю, что именно мне попался самый вкусный. Так как я девушка приличная, то и есть его я буду очень аккуратно. С помощью вилочки и ножа. Ничего себе, какая ты воспитанная. А вы как думали? Воспитанная и очень голодная. Кажется, я поспешил с выводами. Да ладно, я просто очень сильно проголодалась. И прошу заметить, я все же воспользовалась приборами. Готово. Ладно, я тоже хочу поскорее слопать свои чизбургеры. Но они совсем не лезут мне в рот. Что же делать? Думаю, правилами не запрещено сжимать еду. Вот так. Он остался таким же сытным, но по размеру, как обычный бургер. Какая гадость. Зачем так пихать его в рот? Фу, меня сейчас вырвет от этого зрелища. Ой, да кто бы говорил. Зато это очень, очень вкусно. Сейчас проглочу и... Белла, можешь начинать. Интересно, сколько же чизбургеров мне досталось? Кажется, очень много. Нужно сосчитать. Эй, поаккуратнее! Ух ты! А почему моя башня трясется? Остин, ты что делаешь? Как что? Обедаю. А ну, пошел вон! Это мои бургеры, и я не намерена ни с кем делиться. Она так неаккуратно ест. Но это, наверное, так вкусно. Конечно, вкусно. А главное, что это все мое. Даже не смейте пальцем трогать мои бургеры. Я сама все съем. Жадина! Ни кусочком не поделилась. Хватит давить на жалость, это не поможет. О, еще что-то осталось. Вкуснятина. Ну и напоследок вас ждет очень приятный бонус. Что? О, нет! Ну вот теперь все. И где же наши вкусняшки? Где ваши, не знаю, но моя вот. Посмотрите, какая аппетитная пицца. Такая горячая и сытная. Пожелайте мне приятного аппетита. Как же это вкусно. Дай попробовать. Ой, ну что же вы раньше не сказали? Я уже все съела. Еще и огрызками кидается. Ого, а вот и мои пиццы. Их так много, что я не смогу съесть все сразу. Но мне этого и не надо. Все равно они мои. О, да. Эмма, я тебя понимаю. От такой пиццы оторваться нереально. Какой ужас. Да уж. Только животные едят со стола. Животные и Остин. Это было очень вкусно. Девчонки, я наелся. О, теряю равновесие. Странно. А это еще что такое? Ого! И это все нам! Не нам, а мне! Я с огромным удовольствием самостоятельно слопаю каждую из этих пицц. Простите, ребята, но вам ничего не достанется. Вкусно! Хотя бы расскажи, насколько они крутые. Сочные, да. О, да, очень вкусные. Но я уже наелась. О, нет. Я еще столько не съела? Кажется, вам все-таки достанется пару пиц. Но за ними придется немного побегать.
Ловите, ребята. Чур, мои, мои, я ловлю. А ну, дай мне. Эй, это мое. Да, я поймал. Как же это весело. Если не хочешь пропустить такие вкусные, вдохновляющие, аппетитные и смешные челленджи, то обязательно подписывайтесь на наш канал. Мультидо – это всегда весело. Ну а пока, пока!